Всем привет! Меня зовут Наталья, и сегодня вместе с проектом In Dubai мы решили посетить всемирно известную выставку ювелирных изделий. Мы находимся сейчас в Dubai World Trade Center, где все и будет происходить. Я на самом деле сама первый раз на этой выставке, мне очень интересно, я думаю, всем девушкам будет интересно посетить именно эту выставку, потому что здесь собрались не только профессиональные дизайнеры, но также и любители, которые в первый раз могут поучаствовать, может быть, и участвовали, так как уже выставка с 2008 года проводится, и пятый год сейчас она набрала очень большие обороты. Давайте посмотрим дальше, что же здесь интересного. Сейчас мы зарегистрировались на выставку успешно, вот, заполнили немножко данных, то есть фамилия, имя, отчество, контактный телефон, где проживаем. Выставка бесплатная, поэтому, я думаю, это будет привлекать всех. Я сама первый раз на этой выставке. Смотрю, что представлены изделия не только из желтого золота, что очень популярно в Арабских Эмиратах и в странах восточного побережья, а также из белого золота и розового золота, потому что, насколько я знаю, в России очень любят именно изделия из розового золота. А также большое количество изделий с бриллиантами, очень много изделий, а также драгоценными камнями, такими как сапфиры, изумруды, гранаты, очень много красивых изделий. Выставка просто огромная, имеет очень большой масштаб, я смотрю. Но мы только еще начали, сейчас пойдем дальше, посмотрим. Хочу добавить, что представлены дизайнеры из различных стран. Ознакомилась, что Сингапура есть, из Нью-Йорка, Америки. Также из Гонконга, из Китая очень красивый, просто нереально красивый жемчуг. Я думаю, что много есть любительниц этого драгоценного, скорее всего, да, все-таки материала. Его очень трудно добывают, я знаю. Вот, посмотрите, он есть как белого, так и черного и молочного цвета, цвета айвори. Очень красивый цвет, очень красиво на свадебные мероприятия, да. Жемчуг, он символизирует чистоту, нежность, изысканность, которая действительно так и передается. Вот, например, с изумрудом, да. Вот, очень красивое изделие. Изумруд сам по себе драгоценный камень, плюс с жемчугом вот такое нежное сочетание, мне кажется, по душе будет каждой девушке. И еще хочу добавить, так как сейчас у нас в преддверии Новый год, а Новый год лошади, и как по традиции предлагают встречать и дарить подарки зеленого, синего цвета, потому что год зеленой лошади, синей лошади. Соответственно, будет замечательно сочетание, например, изделий с изумрудами, сапфирами, очень красивый камень, опять же, драгоценный, это сапфир. Вот, так что стоит присмотреться, может быть. Также на этой выставке можно не только посмотреть, но и приобрести изделия. Изделия в основном представлены в долларах, но также и дирхамы есть. Так что пойдем дальше, посмотрим. Я увидела, что можно приобрести также просто отдельно камни. Например, кто хочет сделать какое-то изысканное дизайнерское также украшение, можно просто приобрести камни отдельно. Я смотрю, здесь и топазы представлены, полудрагоценные камни и различные другие. И сделать любое украшение, можно с большим камнем, можно поменьше камушек, любой по размерам, свое индивидуальное украшение, которого не будет у других. То есть вот такой вариант тоже очень интересен. И, конечно же, когда приехать в Дубай отдыхать, можно совместить такое мероприятие, посетить все-таки эту выставку. Я поняла, что стоит ходить на эти выставки. Очень много интересного, много интересных людей, дизайнеров, которые собрались со всего мира под одной крышей. Вот в этом месте находиться очень здорово, приятно, и получаешь кучу эмоций. Вот, помимо того, что полежать на солнышке, погреться, позагорать, погулять по молам, также можно посетить эту выставку. Я рекомендую всем. My name is Michael Akimian. I'm chief executive of Yoko London for Russian YouTube channel in Dubai. Yoko is one of the finest pearl brands in the world, and we look forward to welcoming every person in Russia to have a piece of Yoko pearl jewelry. Thank you. Хочу рассказать одну историю. В прошлом году мы ездили праздновать Новый год на Шри-Ланку. Очень интересный отдых получился и Новый год. И с 31 на 1 число, когда мы сели за стол, нам предложили купить коктейль. Он назывался Diamond Cocktail. То есть, когда ты берешь коктейль, подходишь из стоечки, то можно было, чтобы попался бриллиант или турмалин, в общем, драгоценный камень. И представляете, я начинаю пить этот коктейль, и мне попался турмалин. Счастье, конечно, меня переполняло, очень здорово. Такой крупненький, хороший камушек, то есть можно сделать действительно подвеску или еще что-то. Такие
Мне кажется, вещи очень интересны, когда происходят, особенно в новогоднюю ночь. Вот. Я думаю, что здесь тоже что-то такое будет интересное, связанное с камнями. Так что тоже посмотрим. Интересный факт. Кстати, да, еще на этой выставке очень много людей, и уже были отзывы, которые оставляли на сайте, официальном сайте этой выставки. Я читала и столкнулась с таким отзывом, что мужчина очень долго не мог найти кольца на свадебное торжество. И в итоге он их купил здесь. Был такой счастливый, оставил свой отзыв, что безумно красивые дизайнерские кольца. Я думаю, что если вы тоже сталкиваетесь с этой проблемой, найти такие кольца, которые будут отличаться, интересные, красивые, то здесь это действительно подходящий вариант купить такие изделия. Вот, на свадьбу, на день рождения, на мероприятие, на Новый год сейчас предстоящие очень красивые изделия можно подобрать. Вот, жене, девушке, в общем, любимому человеку. Давайте посмотрим, какая красота, да? Опять же, сочетание жемчуга с гранатами. Очень красивые изделия, такие нежные. Помимо красивых изделий, здесь и обалденные просто декорации, которые стоит посмотреть, вот настоящие. Это все настоящее? Очень много девушек восточных, именно арабок. Я думаю, что это связано с тем, что у них потрясающий вкус, и они действительно очень любят украшения яркие, такие, которые броские, действительно кричащие даже. Очень, вот посмотрите, какая красота, да? То, что украсить свою безумно красивую шейку такими украшениями захочет, я думаю, любая девушка. Сейчас мы узнали про то, что здесь работает лаборатория. Это очень важно на таких выставках. И здесь она работает бесплатно абсолютно. То есть можно протестировать то изделие, которое вы приобрели на выставке, и узнать, на самом деле, оригинал вы купили или нет. Также выдаются сертификаты, которые можно быть... Да, если, например, вы решили в будущем как-то продать это изделие, вы можете предоставить этот сертификат о подлинности изделия. Также на выставке можно посмотреть и приобрести очень красивые часы, также дизайнерские. Они будут сделаны с драгоценными камушками. Опять же, посмотрите, очень красивые, с гранатами. Вот, обратила внимание, черный. И опять же, видно все механизмы. Посмотрите, это говорит о том, что качество изделий очень высокого уровня. Безумно красивые. Женские и мужские часики тоже есть представлены на этой выставке. Также можно приобрести на этой выставке каменную крошку. Например, да, я сталкивалась тоже с таким моментом, что в часах вылетел небольшой камушек. И приобретя вот такую крошку, можно легко все сделать, то есть отремонтировать часы или любое изделие. Компания Blue Moon Diamonds, вот она тоже представлена на этой выставке. Я с ней лично столкнулась также на Шри-Ланке, так как достаточно популярная компания. И хочу сказать, что от себя лично, по своему опыту, очень качественные вещи делает эта компания. И рекомендую даже, если увидите где-то, может и в России есть, я точно не знаю, сама была удивлена увидеть эту компанию здесь, на этой выставке. Вот. Они еще занимаются, кстати, оптовой продажей камней, изделий. Я думаю, тоже, кто занимается, имеет свои магазины с драгоценными изделиями, ювелирными изделиями, то можно обратиться. Ходили мы по выставке и встретили девушек, которые говорят также по-русски. И несколько вопросов хотим задать. Расскажите, пожалуйста, как долго выставка длится, что вы здесь рекламируете? Это уже последний день, четвертый день. Наша компания называется Mirai. Мы представляем бижутерию из стали. Медицинская сталь, которая не меняет свой цвет, очень актуальна сейчас для молодежи. Это что-то новое в Дубае, и мы хотим представить свою компанию. Думаем, что, кажется, уже здешним людям оно нравится. Они очень интересованы. У нас еще есть... коллекции с натуральными камнями. Оникс, сваровский кристалл мы тоже используем вместе. Также есть у нас бумажники, ручки, очень тоже высокого качества, запонки, и женские коллекции, и мужские коллекции, то есть на любой вкус. Сейчас вы можете видеть на мне очень красивое изделие из стали с натуральными камнями агат. Вот, тоже очень красиво и актуально. Я думаю, что вот для этого региона это очень актуальная и очень хорошая выставка для ознакомления. Всем людям, которых интересует мода, которые любят хорошо одеваться и носить разные аксессуары,
бижутерии и так далее. Вот им будет действительно очень хорошо посетить выставку. Мы хотим поблагодарить девушек. Как вас зовут, кстати? Маша. Маша? Януш. Очень приятно. Спасибо за замечательный отзыв. Очень было приятно встретить на этой выставке русскоговорящих девушек. И тоже удачи вам. Спасибо. Всего доброго. Наконец-то я нашла изделие с черными бриллиантами, Black Diamond. Я просто очень люблю изделия именно с черным бриллиантом. Вот посмотрите, сочетание с белым золотом и бриллиантами. Очень красиво, такие холодные получаются изделия, но они очень изысканно смотрятся. И вот с розовым золотом, тоже очень красиво. Такие изделия необычные, контрастные получаются. И я рада, что я нашла здесь тоже эти изделия. Часто задают вопрос, почему я люблю все-таки черный бриллиант. На самом деле ответ прост. Я очень люблю черный цвет. И мне нравится сочетание черного цвета с, например, золотом, да, с красным и белым. Он по настроению. Либо холодное, либо теплое настроение. Также сочетать с одеждой очень гармонично. Я думаю, что сами посмотрите, как красиво это выглядит. Наверное, мне еще нравится черный бриллиант тем, что достаточно редко, где он представлен и в большом количестве. Но на этой выставке очень много. Вот мы нашли прям целые 4 раскладки изделий вместе с черным бриллиантом. Отличная новость, то что выставка эта будет еще проходить в следующем году, в апреле 2014 года. Так что кто хочет посетить, может планирует приехать отдыхать в этот период в Дубай, то можно совместить просмотр выставки, прийти обязательно, приходите сюда, посмотрите, может что-то себе выберете, приобретете. А также можно организовать поездку сюда за изделиями, ювелирными изделиями. И также можете обратиться внизу, написать вопрос, там же будет ссылочка на это мероприятие, так что пишите, спрашивайте. Вот и подходит к концу мероприятия. Мы посмотрели все изделия, которые здесь есть. Очень интересное, захватывающее мероприятие в том плане, что, конечно, может быть, со стороны, так как девушки, я скажу, что очень красивые изделия. Мне все захотелось практически купить. Даже нашла свои изделия с черными бриллиантами, повторюсь еще раз. Рекомендую приходить, и особенно кто турист, приезжать, совместить отдых с такими мероприятиями. Интересно, много эмоций. Ну и, конечно, с вами же я, Наталья, проект «Ин Дубай». Увидимся. Всем пока-пока.